Фестиваль «День первокурсника 2017» подошел к завершению. Закрывающим мероприятием стала встреча ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова с участниками фестиваля. В этом прекрасном зале на наши встречи, которые являются ежегодными с разным контингентом наших студентов, это нужно и, я думаю, вам, поскольку и вы, и мы должны сверить часы и посмотреть, как мы движемся, вообще мы в правильном направлении идем или нет. Все, что мы делаем, удовлетворяет вас или нет, ибо университет – это прежде всего его преподаватели и студенты. Ректор посвятил первокурсников жизнь КФУ и рассказал о его достоинствах и перспективных направлениях деятельности. Тема развития Казанского федерального университета и стала основной в выступлении. После выступления ректор ответил на вопросы участников фестиваля. Такое общение и взаимодействие со студентами и необходимо первокурсникам, для которых начинается новый этап жизни. Вот когда смотришь эти зарисовки, такое ощущение, что ты участвуешь в профессиональной работе уже людей состоявшихся, а не студентов. Настолько уровень сегодня того, что мы делаем, высок, и что поражает. В конце встречи прошло торжественное награждение лучших участников фестиваля дипломами и статуэтками с символикой Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз.